Согласно поэтапному плану выхода из карантина, многие предприятия и организации в скором времени возобновят свою работу. Так, начиная с 12 мая, очный прием граждан уже проводят в Управлении социальной защиты населения. В соответствии с постановлением губернатора края, личный прием граждан Управлением социальной защиты населения проводится строго по предварительной записи с 10 до 16 часов. Телефоны для предварительной записи 429-60 412-09. Вход в Управление социальной защиты населения допускается только в масках и перчатках. Обратившись в Управление социальной защиты населения, граждане могут оформить документы для получения следующих выплат. По 1/2 прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, по 2000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка для семей, в которых трое и больше детей. Многодетным семьям, уже состоящим на учете в соцзащите, выплата будет назначена в мае автоматически. Лицам старше 65 лет, находящимся в зоне риска, в период действия карантина рекомендовано оставаться дома.